Магадан отмечает свой день рождения. С этим событием город-побратим Шаньяшань поздравил жителей областного центра. В 2013 году главы городов подписали соглашение о побратимских отношениях. Шаньяшань и Магадан всегда сотрудничают. Например, в тяжелом 2020 году оказывали друг другу гуманитарную помощь, отправляли средства индивидуальной защиты. Также и Магадан, и Шаньяшань всегда поздравляют побратима с памятными датами. День города не стал исключением. 列祖国，马家诞生，耶！